Вот такой. Завтра я просто балдеть буду. Контент типа заранее готовлю. Так, чуть-чуть мы перешли в другое место. А здесь колесо. Спрятали колеса. Бочка, все дело. Красиво. Как прям глазами вижу, так оно на экране. Вот это зачетное место, чтобы присесть прям сюда. Бортик такой. Водопадик. Колесо. Вообще огонь. Вообще огонь. Так, шикарный вид, оказывается. Тут еще есть вот такое. И как это обыграть надо? На низком профиле, блин. Так, пещера Алладина. Там, где колесо. Ой, вообще, Вася, круто, когда, блин, деревья над речкой, это вообще зачетно. Кто желает ощущений, вот вам фишка, где она может обсыпаться. Вот еще более фишка такая может обсыпаться. Она, в принципе, капает на голову. Вот этот кусочек может упасть на башку. Вот еще. Если там растет трава, значит есть земля, а значит как бы есть от чего отколоться. Ну, они предусмотрительно показали. Просто оденьте каску и вас спасет. Ну, здесь надо, блин, не знаю, титановая капсула, короче. Чтоб сохранить ца. Вот, капает. Так, мы сбежали оттуда, короче, теперь здесь. Это знак, значит, здесь не ори, если будешь тонуть. Вот. Кверху мехом. Кабан оценит. Так, все как любишь, ё-моё. Зачет, 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 зачет. О, вот эта тема. Так вот деревья вырастают много лет из ничего, из стены. Трава у дома. Тай, блин, есть что посмотреть, ё-моё. Вот это тема, конечно. Эти волосатые деревья всякие. Мхом покрытые. Так, поплыли. Оба. Ля. Ух. Здесь дня не хватит осмотреться. Эта мошонка, блин, бесит. Что это такое, блин, вообще?
аккумулятора не хватит. Домой добраться. Прикарпатье прямо. Ну, он мошонка, это я не знаю, какая. Лохматая. Ну, блин, вот такое все точно. За ЯРМ-чи там. Ау! Как находить север? Мох на севере, да? Ну, у швейцарцев, короче, со всех сторон растет мох. Хотя нет, вот есть чуть-чуть так кусочек. Именно вот жир на север вот туда. Ладно, мы идем на север. Может быть. Если честно, я не ожидал такой местности. Очень жаль, что нет пауэрбанка. С трубой разряженной вышел из дома. Что это за кубик? Просто кубик. Ого. Кубик. Эй, он мне говорит, что не туда иду.